Всем привет! Чем кормить птиц зимой? Сегодня я вам об этом расскажу. Зимой птичкам требуется больше энергии, чтобы справиться с холодами, поэтому пернатые нуждаются в помощи человека. Поддержка требуется синицам, снегирям, дятлам, воробьям и другим птицам, которые зимуют рядом с нами. Возникает вопрос, чем лучше кормить птиц? Два самых простых варианта – это нежаренные семечки подсолнечника или сало, обязательно не соленое. Конечно, подойдут и другие зерна и семена – тыквенные, льняное семя, пшеница, ячмень, проса. Еще хороший вариант – это арахис. Ну и, конечно, другие орехи. Различные ягоды и можно еще дать вареное яйцо. Только его порежьте. Еще как вариант, в зоомагазинах можно купить мучных червей, кормовые шарики или специальные брикеты. В общем, зимой надо помогать нашим пернатым друзьям. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующих видео. Всем пока!